Пока еще саженцы, а через несколько лет стройные зеленые красавицы. Полтора десятка туй, можжевельников и барбарисов теперь будут украшать сквер героев 21-й армии. Деревья к самарскому климату привычные, растут по всему региону. Но если можжевельник способен выжить в любых условиях, туя создание более нежное. За ней особый уход. Единственное, что туи, вот мы на зиму будем ее закрывать, для того, чтобы они не получили весенний ожог. От солнца, от снега. Чтобы композиция немножко была выразительной, более выразительной барбарисы. У них листья обычно даже летом красные, такие красочные. Они будут композиция будет выглядеть вообще красочно, украшать будет вот это место. Деревья в сквере сажают в рамках программы «Цветущий город» в роли садовников руководителей самарских компаний. Саженцы также предоставили представители бизнес-сообщества. Мы знаем свои возможности. Вот это все мы сможем сделать красиво не только на стадии посадки, но и потом будем ухаживать за этим. Так что вид приятный, благородный сохранится на веки вечные, чтобы не только для себя было, но для всех жителей города. Но есть еще у нас необходимость высадки на территории города различных хвойных растений, декоративных лиственных растений, цветущих кустарников. Поэтому то, что идет у нас озеленение таких объектов общегородских, значимых, центральных, именно вот с применением таких декоративных растений, как хвойные кустарники, это очень хорошее начало. Но то, что это делается руками бизнес-сообщества, это очень замечательно. Если хвойные деревья сажают в парках и скверах, то цветы кустарники возле школ, спорткомплексов, во дворах. Некоторые из них начнут радовать самарцев своей красотой уже в июне. Виктория Шары, Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События.